Здравствуйте, дорогие зрители, снова IT-Дистрикт на волнах ваших эфиров. Я сегодня обещал презентовать обучающую программу, которая будет являться первым курсом из серии курсов по обучению Android-разработки. Курс предусматривает изучение концепции библиотеки, в частности, Material Design, которая позволит вам уже начать писать свои мобильные приложения под систему Android. Но дело в том, что немного не успеваю оформить сами материалы курса, там подготовить всякие изображения, все это именно в виде сайта оформить. Поэтому презентация будет не сегодня, презентация будет завтра, где-то в районе 5 часов. Сейчас я плотно займусь именно оформлением, чтобы сайт был удобен. Создам группу ВКонтакте, все подготовлю для общения в WhatsApp, чтобы уже вы сразу могли включиться в обучение. В общем, презентация переносится на завтра, завтра все будет. В общем, решил сделать такое короткое предупреждение, сообщение. В общем, до завтра.